Вот наша вся обмотка уже практически обгорела. Догорают остатки. Во второй кучке тоже почти догорают. Просто поливаем бензином. Медь не успевает перегреваться и становиться ломкой. Получается, процесс очень быстрый. Но единственное, это лучше делать в закрытой таре, какой-нибудь металлической бочке. Выгоревшая наша часть, сейчас мы ее просто будем шерушить. Берем какую-нибудь палку и начинаем обстукивать. Смотрите, результат мгновенно проявляется. Вся наша медь полностью освобождается от оплетки. Отбиваем просто об землю, либо шерушим руками, как удобней. И все. И вот практически готовый конечный результат. Есть немножко грязные места, но это уже не столь важно. Основной процесс готов.